Расследование в самом разгаре. На промышленной площадке завода «Усолье Химпром» идет разбирательство по факту утечки хлора. В городскую больницу обратился мужчина, у которого зафиксировали отравление этим химикатом. Для расследования причин утечки создана межведомственная комиссия из представителей Ростехнадзора, Росприроднадзора, прокуратуры и ФСБ. Сейчас на заводе приостановлены все работы, связанные с хлором. Известно, что баллоны с химическим веществом продавали коммунальным организациям, которые использовали вещество для обеззараживания питьевой воды и бассейнов. По правилам, после использования емкости нужно возвращать на предприятие для утилизации, так как некоторое количество хлора остается в баллоне. Попадание этого химического вещества в воздух в высокой концентрации опасно для здоровья людей. Предварительные результаты, которые можно сейчас озвучить, что да, действительно, есть упущение со стороны руководства «Усолья Химпром» в части хранения и утилизации оставшегося хлора. Возможно, происходят какие-то утечки из тех баллонов, из тех контейнеров, в которых хранится хлор и который использовался на производственной деятельности самого предприятия.